Горачий стоп. Одна из тех, что считалась у Манси не столько священной, сколько опасной. Если возникала надобность идти в ее сторону, Манси надевали колокольчики. Надеялись, что звон отпугнет великанов, которые с неприятной непредсказуемостью возникали на горе из облаков и похищали особо дерзких манси. Однако советские военные инженеры пребывали в неведении относительно этих обстоятельств. И в 1957 году, повинуясь приказу, мужественные воины-связисты соорудили на горе Чистоп радиолокационную станцию. Даже сейчас на проходимцах вроде квадриксов забраться на Чистоп непросто. Через реки Ушма и Тосамья по горной тайге древняя дорога выводит на склон, который сплошь усеян валунами и осколками гор, большими и нередко острыми камнями. По ним гусеничная техника ходит плохо, разувается. Но военные на тех еще грузовичках 50-х забрасывали на гору стройматериалы и оборудование. Старик в поселке Вижай рассказывал, немало машин кувыркалось вниз по склону. Были и раненые, и погибшие. До сих пор лежат на склоне разбитые кунги, мосты и кузова. Но станция была построена. С севера, понад Арктикой, должны были прибыть демократические ядерные ракеты из Америки. Как аргумент в честном соревновании капитализма и социализма.
Радиолокационная станция находилась здесь, на горе Чистоп, всего 3 года. Из-за различных аномальных происшествий ее демонтировали и перенесли в другое место. Теперь события тех лет питают многочисленные мифы и легенды, часть из которых, несомненно, имеет реальную основу. Аппаратура временами вела себя странно, неадекватно. А у персонала случались нервные срывы и галлюцинации. Известно, что для 4 воинов они закончились летально. Внизу у реки Тосамья сохранились развалины старой казармы, где отдыхали военные после дежурства на станции. Останки ржавой солдатской кровати, дырявый чайник и рассыпавшаяся печка. Много это или мало, чтобы напомнить о канувшей эпохе и ушедших людях?